Я – Сесехепіті Філі. Теорініко програма «Ельпіде» сінехізіті секпомбесту, я та васіка гігонотасті зоїто неліно тискримес. Здравствуйте, дорогі друзі! Греческая редакция «Ельпіде» продолжает своє вещание о важных событиях в жизни и деятельности греков Крыма. В преддверии Великой Победы в Офисе национальной культурной автономии греков Крыма Таврида все симферопольские ветераны получили юбилейные медали – 70 лет Победы Великой Отечественной войны. Юбилейная медаль была учреждена указом президента Российской Федерации еще 21 декабря 2013 года, как дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. Согласно указу, получают медали военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах вооруженных сил СССР, участие в боевых действиях на фронтах, партизаны и члены действовавших подпольных организаций, труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд определенными орденами и медалями, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Это мероприятие – это еще один посыл к тому, что никто не забыт, ничто не забыто. Это говорит о том, что память о тех событиях, которые происходят, память о людях, которые участвовали в этих событиях и победили нацизм, она живет и сегодня и объединяет все народы Крыма, все народы России. Мы помним, дорожим то, что они были едины, проявили взаимовыручку, взаимопонимание, настоящий свой боевой дух. И среди греков очень много героев Советского Союза, дважды героев Советского Союза. Это мы проявим и расскажем именно на празднике 9 мая. А сегодня, в преддверии праздника 9 мая, я всех ветеранов поздравляю с этим замечательным праздником. Мы помним, дорожим и любим их. На мероприятии все ветераны и участники боевых действий поздравляли друг друга с великой победой над фашизмом, а также делились своими воспоминаниями о тех страшных событиях, которые происходили более 70 лет назад. Крымская стратегическая наступательная операция, которая началась 8 апреля, вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Замысел Крымской операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера от Перекопа и Севаша и отдельной Приморской армии с востока от Керченского полуострова нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, а также не допустить ее эвакуации из Крыма. Как только советские войска начали громить оккупантов на Перекопе и в Керчи, партизаны покинули горные массивы и вышли на дороги, чтобы отрезать отступающим фашистам путь к Черноморскому побережью. На основных коммуникациях противника они захватывали отдельные населенные пункты или участки дорог, тем самым вынуждая отступавшие немецко-румынские войска или обходить их, бросая амуницию и технику, или прорываться с боем. 13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии при взаимодействии с партизанами освободили от немецко-румынских войск столицу Крыма, город Симферополь, а также Евпаторию, Старый Крым, Феодосию и Карасу-Базар, современный Белогорск. Сверхбыстрый захват Карасу-Базара привел в панику оккупантов. Было взято в плен более 5000 фашистов и большое количество боевой техники. Жители Карасу-Базара приступили к восстановлению хозяйства. Но в памяти до сих пор остаются зверства, которые были учинены фашистами. В акте городской чрезвычайной государственной комиссии от 13 мая 1944 года подробно описывается расстрел евреев и особенно детально удушение в машинах-душегубках крымчаков, уничтожение которых названо самым крупным злодеянием оккупантов. Партизанские отряды и подпольные организации начали формироваться уже с начала войны. Сегодня мы хотим рассказать вам историю одной большой греческой семьи, в которой каждый участвовал в освобождении Крыма и своего родного Белогорска. Семья матери Ольги Петровны была большая и дружная, 3 брата и 7 сестер. И в это особо жестокое время никто не смел стоять в стороне. Война была очень тяжелым испытанием для всех народов, проживающих в Советском Союзе. Немцы в наш город пришли 1 ноября 1941 года. Гестапо пришло через месяц после того, как пришла регулярная армия. Когда
прошли вот эти еще карательные акции, когда они сначала убили 70 семей евреев. А через какое-то время удушили в газовых камерах всех крымчаков. Это очень тяжело. Представьте себе, что вы вот дружной семьей играете, бегаете по улицам, все равно дети есть дети, да? То в мячик играем, то там, то там. И вдруг мимо тебя проводят этих детей, и ты знаешь, что они идут на смерть. Это... это очень тяжело. Конечно, после этого всем, я думаю, сомневающимся стало ясно, что такой режим жить не должен. У него просто не должно быть будущего. И единственный выход надо было всеми возможными способами этому режиму сопротивляться. Как только было объявлено, что фашистская Германия напала на Советский Союз, первые же повестки получили военнообязанные. Дядя Ольги Петровны, учитель местной школы, Федор Челухиди, был призван в трудовую армию. Греки были вне доверия, потому что им не очень доверяли почему-то. Хотя вот как раз в этой войне греки показали себя с самой лучшей стороны. Не нашлось ни одного, который бы пошел на службу фашистской Германии. Но Федор Адамович стремился попасть на фронт, поэтому закончил военное училище, получил звание лейтенанта и стал защищать родину на Малой Земле. Прежде чем пришли немцы в город, люди решили, что следует создать продовольственные склады для поддержки партизан. Иван, брат Федора, в то время устроился водителем в автоколонне, чтобы помогать завозить продукты для защитников. И он был записан в истребительный батальон, он должен был быть в лесу. И именно так оно и получилось, что когда немцы заняли город, он находился в это время в лесу. Но когда все увидели, что там нет складов, нечем питаться, что так выдержать впереди зима, как можно было выдержать в лесу в холодное время года, голодные, а окружение разное. Одни деревни поддерживали, как показало время, а другие, наоборот, не поддерживали партизанское движение. Поэтому он получил задание вернуться. Вернуться и здесь, и дали ему даже какие-то адреса, с кем можно было связаться. После того, как Ивана два раза допрашивали в гестапо, так как он был секретарем комсомола, ему пришлось уехать в деревню, чтобы продолжать подпольную деятельность. А после с группой товарищей ушел в партизанский отряд. В подполье служили и Георгий Челухиди, и родной брат Ольги Петровны Сава, и, конечно же, отец Петр Стилианиди, который лишь чудом остался жив после ареста. Я хочу вам сказать, что потихонечку все стали понимать, кто я, кто. И имели между собой связь. Но конспирация была очень жесткая, потому что там, где чуть-чуть ослабилась конспирация, несколько групп погибло у нас в городе. Просто целиком и полностью их немцы уничтожили. Женщинам приходилось прятаться и бежать с города, чтобы их не могли увезти в Германию. Так Мария Адамовна нашла спасение в семье брата, где вместе с невесткой Верой всю оккупацию поддерживали партизан. К нам приходили из леса партизаны. И там внизу у нас, мы на бугре жили, а внизу речка. И там терновник рос. И брат вот так вот выкопал, он просто выдернул, и там была дорожка. И там была яма, они там жили, типа, приносили какие задания, и мы им давали. И они уходили даже в советский район, это Нижневожск, вот этот, вот туда, понимаете. Готовили им, стирали им. К нам вела аллея из тополей. А мы наверху, я это увидела и стала, пришла и сказала, там так и так едут, и они к нам едут.
А невестка Верочка сказала: забирай детей, спускайся и по саду иди, переходи сад, быстро от детей спасай. И стала идти оглядываться по саду. А эти казаки поднялись к нам и через гору ушли в Васильевку. А мы думали, к нам, понимаете? И это нас спасло. Печальная участь все-таки настигла семью Веры Лихомановой. Пришли полицейские и арестовали семью. И всех шестерых казнили. 2,5 года оккупации принесли столько бед. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду. На всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски. Война закончилась. Радость победы давала надежду на счастье, и казалось, что впереди только самое светлое и доброе. Но произошло то, чего никто не мог ожидать, а тем более в этой семье, что 2,5 года героически боролась за свою родину. Мы были, конечно, все очень счастливы. А потом 27 июня. Но мы уже знали. Мать моя готовилась. Но мы попали на далекий север, в город Красновишерск, тогда Молотовской области. Ну, сначала, конечно, как нас встречались? Нас соседка нас вообще пускать не хотела. Вы изменники. Их тоже можно понять. Теперь-то я понимаю, а тогда же было обидно. А потом постепенно все поняли, что никакие мы не изменники, что мы обычные люди, такие же, как все. И просто, как говорится, колесо истории, да? И вот попали мы в это колесо. И деваться некуда. Только в 1956 году семья Ольги Петровны смогла вернуться в родной Белогорск. Отец Петр Федорович построил новый дом. Со временем переехала и вся семья. Каждый стал жить своей, уже мирной жизнью. Растить детей, работать. Но память о героях, защищавших свои земли и близких, навсегда осталась в их сердцах.